Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован, опять вернулся, это, конечно же, очередной выпуск Модовзора. Сегодня у нас Weapon One, как бы это было круто и не круто, сегодня у нас шикарный мод, на самом деле, как по мне. Это у нас Weapon One, но он очень даже неплохой. Это мод под названием AG Veteran. Вот так вот. Щит. Это реально круто. Так. Фак. Короче, это Weapon One, у нас здесь, в нем, конечно, дается новое оружие. Так что мы посмотрим на него все. На все новое оружие, которое нам дали. Начнем с единички. На единичке у нас есть вот такие вот кулаки, которые могут стрелять, как ни странно. Так, шурик у нас сказал, что или что. И направо мы можем пинать. А если будете долго это делать, то вы также шмальнете. Бензопилы нету. Так, на двойке у нас есть два пистолета. Если мы нажмем на правую, то мы просто ударим хорошенько так своим сапогом. Два пистолета на самом деле неплохие. Видно, что новая моделька, видно, что новая анимация оружия, видно вообще, что новый урон и так дальше. Даже появляется вот такой знак по типу рестарта, когда мы перезаряжаем оружие, это очень даже круто, как по мне. Так, новый худ. Вот. Это целый новый худ, вот так он выглядит. Так, на тройке у нас вот это, только одно оружие. Это вот такой вот автомат. Это все. Ничего больше на тройке нет. Зато это автомат. Так, погнали дальше. Прекрасно. Новые предметы, новые модельки, а также новые звуки даже для всего этого. Прекрасно. Так, четверочка. Выглядит это просто шикарно. Я не знаю, что такое, но... Ясно, это что-то на уровне какого-то ультраревольвера. Но только почему он такой вот огромный? Скорее, это какой-то мини-дробовик, но фак. Он реально шикарный. Просто зацените. Это реально убойная мощь, которую реально можно прикончить вашего врага. А на правую будет вот это. Пятерка. Это уже реально дробовик, это супер шотган, но у которого 4 дула. Это классика, конечно же, все об этом знают, и все уже видели такое в модах, а тем более в Weapon One. Единственное, что мы видели, это, пожалуй, дробовика, у которого, не знаю, там, 100 дул. Шестерка. И еще один автомат. Это стреляет барстом. А на правую он стреляет уже по несколько выстрелов, вот так. Вот это на левую, это на правую. Ух ты ж, блин. А дальше на что идет? Дальше у нас идет только семерка. И на семерке у нас вот это. Это Rocket Launcher. Ага. Можем также менять режимы. Вот, зеленый режим какой-то. Красный. И обычный, как я понял. Окей, идем дальше. Так, восьмерка. Это уже реально самое последнее оружие. И делать оно вот это. Так. Мне захотелось попробовать вот это на нашем любимом кибердемоне. Так, окей. Я готов уничтожать. Так что погнали. А вот и ты. Старый добрый наш кибердемон. Восьмерочка. Он гораздо больше шмаляет здесь. Просто в разы больше. Даже на анимации крови. Выстрел на прокнопку мыши уже у нас прикончил нашего мастер-майнда. Это шикарно. Второй раз. Это оружие полностью уничтожает кибердемона и мастер-майнда за два выстрела. Да. Это очень даже неплохо. Но жаль только то, что больше у нас ничего после этого не идет. У нас реально больше нет никакого оружия после всего вот этого. Я бы посмотрел на больше пушек от такого вот автора. Так. Ну, и что тут сказать. Все совсем новое. Мод очень даже неплохой. Можно пройти Doom по новой. Хотя, знаете, я хочу еще проверить, можно ли кулаками прикончить нашего... Блин. Кивайте такие, да.
все-таки нам нужен берзеркер. У меня здесь берзеркер есть. Серьезно? Окей. Гив берзеркер. Гив берсек. Блин. Знаете, почему название этого предмета? Фак. Вот реально, я хочу, по-моему, можно реально в кулачную прикончить нашего гипердела. Не зад. Так. Что это? Dragon Soul. Give Dragon Soul. Шикарно, не отхьют нам всего этого. Ну видите, что случается, если мы будем бить врагов вот таким вот способом. Жаль, не можем проверить, что будет. Потому что предметом взять не можем, нельзя. Так, давай. Шмаляй. Ну, я думаю, на этом уже можно закончить. С вами был Вован. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, пожалуй, всем пока.